Книжный фестиваль, о котором пойдет речь в этом сюжете, совершенно необычный по множеству признаков. Как минимум с каждым годом модернизируется образовательная программа, а количество гостей мероприятия неустанно растет. В этом году казанцев ждут книжная ярмарка, лекции, дискуссии и паблик-токи, презентации книг, встречи с авторами, детские лаборатории, семейная программа, открытие новых выставок, перформансы, спектакли, кинопоказы, экскурсии по городу, профессиональная программа для работников книжной культуры, специальные проекты и многое другое. Летний книжный фестиваль «Смена» — это наши флагманские события. Они проходят два раза в год. Зимой в Национальной библиотеке Республики Татарстан, а летом в парке «Черное озеро». Цель фестиваля — познакомить жителей города с людьми, которые создают их любимые книги. Основные блоки фестиваля — это книжная ярмарка, на которую приезжают независимые книжные издательства всей страны, и образовательная программа, основанная на последних книжных новинках. Каждый год фестиваль становится все больше. Появляются новые блоки, детская программа, выставки, городские экскурсии, а также спецпроекты, которые полезны для города. В этом году мы выпускаем сразу несколько путеводителей показаний, которые будут доступны для жителей города в формате подкастов и печатных изданий. Образовательная программа летнего книжного фестиваля будет собрана вокруг нескольких тематических блоков: «Волга», «Казанский и русский авангард», «Книжные магазины», «Путеводители», «Искусство и мода», более 30 лекций и дискуссий, спикерами которых станут ученые, издатели, искусствоведы, писатели, кураторы, директора музеев и книжных магазинов. Фестиваль стартует с книжной ярмарки, которая пройдет в парке «Черное озеро». Там будет представлена продукция более 100 издательств. Казанцы и гости республики смогут познакомиться с флагманами литературной повестки, впоследствии приобрести заинтересовавшие издания и даже задать лично вопросы представителям печатных домов. В этом году наш фестиваль впервые станет dog-friendly площадкой. А также мы уделили внимание инклюзивной программе. А в блоке лекций будет несколько событий, посвященных собакам и их воспитанию. В дни фестиваля мы откроем dog-friendly библиотеку совместно с Институтом развития городов Татарстана. Мы позаботились о том, чтобы всем посетителям было комфортно, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Например, в лектории номер 1 для глухих и слабослышащих людей все лекции будут переводиться на русский жестовый язык. Основными площадками для организации досуга помимо парка «Черное озеро» станут Национальная библиотека Республики Татарстан и Центр современной культуры «Смена». Стоит отметить, что в 2024 году летний книжный фестиваль «Смены» открывает насыщенное литературное лето в Татарстане, а завершающим событием станет осенний книжный фестиваль в Нижнекамске с 7 по 8 сентября. Ознакомиться с программой, ключевыми датами и временем, спикерами и нужными площадками вы сможете на официальном сайте самого книжного фестиваля и Центра «Смена». Не пропусти, ждем именно тебя. Елизавета Газизянова, Карина Саяхова, Универ Новости.